Ой, ну що ж ви так сьорбаєте, Жорж? У нас у пансіонаті благородних дівиць, між прочим, учили дуть. От і ви дуйте, отак. А заодно і розказуйте, допустим, скільки у вас душ. Ну там, кріпосних или мертвих. Серйозно? Ну що ж, у матеріальному отношенні, Жорж, ви нам очень підходите. Очень ви нам підходящий господинчик. А що ви на мене так влюблено смотрите, а? Нет, даже не думайте, я занята. Я за вишок, меня муж генерал. А какой он ревнивый. Прямо зарубит. Пополам. Да. Так что даже и не думайте обо мне. Я ж дочку замуж выдаю. Вот ее и берите. А меня не надо. Сейчас я вам ее позову. Таня! Мама, у тебя с головой все в порядке, а? Фу, Тань, ты меня прямо напугала. А что ты вот это вырядилась, а как клуша? Ой, боже мой. Я как ты вырядилась, между прочим, а вот ты как клуша. Не дай бог, кто-нибудь зайдет сейчас посторонний, сраму не оберешься. Таня, видишь, тебе, значит, ты стесняешься собственной мамы? А ты б лучше постеснялась бы жить вот с этим вот ненавистным мне оборванцем твоим Сергеем Геннадьевичем. Я ж, между прочим, об тебе забочусь. Знаешь что, мама, заведи себе собаку и заботься о ней, сколько влезет.